как я это привык нашу день. О, да. 7 часов утра. Второй день все время. Все кони на кот. Можно идти в номер. Там все, тут хилит. Я иду уже кушать. Shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I don't give it up without a fight. What I feel, what I feel, I know it's right. Let us detonate tonight. Коротко о том, как Валя шагает со своими лошадьми. Это, короче, когда лень шагать, по, например, 40 минут с каждой лошадью, и ты просто берешь двоих. А можно и троих, я думаю, да, Валя? Нет. Нет, нельзя? Нет. Сейчас уже вечер, я шагаю с хвостом, и хочу рассказать, что у меня было на старте. Короче, вот у нас стояла стенка, и как бы я не менялась вообще по этому поводу, но как бы случился такой конфуз, у нас чуть-чуть ее напугалась. Но я не растерялась, я как бы привела его в порядок, и второй раз зашла уже лучше. То есть я его остановила, чтобы привести в порядок, потому что на истерике он не второй раз не прыгнул точно. А дальше он как начал меня подвозить. То есть очень активно двигался. И я такая думаю, ну ладно. И поэтому на брусе тоже была ошибка. На коричневой, после стенки, которая сразу. Ну, а в целом так, нормально. У нас 5 штрафных очков всего. То есть 4 за закидку и 1 за время. И сейчас я пошагаю с ним, и мы пойдем ставить с Валей маршрут.